光光。Самое хорошее в зрительном зале, когда он пустой. Вот в этом есть какая-то магия. А у вас есть микрофон там? Да? Вот в пустом зале есть какая-то магия. Когда вот он наполняется, не в обиду зрителям будет сказано, что-то он теряет. Вот самое интересное – это вот это. Что-то в нем такое есть, какое-то скрытое и таинственное, что все время хочется разгадать. Он в достаточной степени закрытый человек. И за этим всем очарованием и обаянием все время чувствуется некая такая вот какая-то скрытая боль. Он же актер, он художник, он ранимый. Могу ли сказать слово «нарцисс»? Не знаю. Опасное слово. Оно, наверное, к нему не подходит. Но то, что он уважает себя, знает себе цену, мучается, тихо страдает. Я это наблюдал. Знаете, есть артисты талантливые. Очень талантливые, есть артисты способные, очень способные. Есть средненькие, есть никакие. А есть Олег Меньшиков. Святого Валентина, был концерт Михаила Михайловича Жванецкого. И мы там встретились и увиделись. И вот так все получилось. Так что Михаил Михайлович Жванецкий он наш... съел мои розы. Я съел розы, Настя сидела сзади меня, и я ел лепестки розы. Я пытался привлечь к себе внимание. Чтобы когда я Насте когда рассказала, она сказала, в общем, ты зря на это время, ты и так привлекал ну, да, к себе да, внимание. Собственно говоря, ему ничего не нужно делать, было просто сидеть. Когда не понимаем друг друга, ну, можем часа полтора помолчать, но потом все равно, нет у нас такого. Я сказал, так и будет. Нет. Что жалко, в общем-то. Олег Меньшиков долго не женился. Но именно в Насте, выпускнице театрального вуза, нашел то, что искал. Искренность и природную скромность. Он особенный. Ну, посмотрите на него. Ну, вот он особенный. Знаете... Знаете, как бывает, иногда вот, заходит он в комнату, и вот как в кино, вот он герой, вот история началась. Боже, до слез знакомый образ! Как наша домработница Ольга говорит, пустите меня, сейчас им все скажу. Я скажу, что Олег Ильич не ходит, он летает. Вы видели его пятки? Видели а его я пятки? Видела. Он не ходит. Там ничего нет, там все, они как у младенца. Ученый говорит, что ты питаешься нектаром. Да. Ну что, за открытие московского сезона. Да. Так выяснили, 65-й или 64-й? Я же вам говорил, я ленивый, я не люблю никуда ездить. Мне бы вот кино посмотреть хорошее, куда-нибудь погулять с женой, с друзьями. Вот это вот мне интересно. Лень для Олега Евгеньевича – непозволительная роскошь. Жизнь такого востребованного актера, как он, проходит в пути. В
Проще всего Меньшикова поймать где-нибудь на автотрассе, в Сибири или на Урале. Он гастролирует по стране, дает по 10 спектаклей в месяц. Когда начинают жаловаться на профессию и говорить: «Боже мой, это так трудно, гастроли, Боря, я так устаю после съемок, у меня такая сложная роль». Говорят: «Ну, иди ты из профессии, если тебе так сложно-то, ну займись чем-нибудь другим». Ну, что, во-первых, что за жалобы? Я не думаю, что шахтеры меньше трудятся, чем мы, и меньше устают, чем мы. Если я выбрал какую-то поездку сложную, да, значит, я ее выбрал. Что ныть-то потом? Значит, надо ехать и делать дело. Ну что, может, мороженое взять? Эскимо, СССР. Пломбир. Как я раньше любил мороженое. Хорошо, что мы все равно, ну, как показывает нам жизнь, таким бродяжничем занимаемся и до сих пор, я во всяком случае. Ну и, насколько я знаю, он тоже вообще. Не найти какое-то тепленькое местечко и там получать всякие, как им кажется, привилегии, типа званий, квартир и еще чего-то, а иметь возможность ездить, чтобы люди, которые хотели видеть того или иного артиста, вот я думаю, что Олег абсолютно соответствует этому движению. Он человек моментов в жизни. С ним очень тяжело. Бывают люди, с которыми тяжелые отношения, они меняются, видоизменяются. А с Олегом ты все время в моментах существуешь. Вот ловите моменты, когда вдруг с ним прекрасно, удивительно, невероятно, а потом ты можешь несколько месяцев с ним не видеться. Непредсказуемость – главная черта характера Олега Меньшикова. Даже решение стать актером и поступить в театральное училище имени Щепкина – внезапный импульс, чистейшая импровизация. В начале 10 класса я пришел, и у меня на моем месте на парте лежит листочек с требованиями, напечатанными типографским способом, поступающим в театральные вузы Москвы. Я понимаю, что это кто-то положил. Я понимаю. Кто это положил, я до сих пор не знаю. Ну, я внимательно так это ознакомился с этим и пошел. Вот, собственно, и вся история. Поскольку, говорю, я ленивый, поскольку я очень утруждался выбором репертуара, единственное, что мне мой худрук, покойный ныне Владимир Богданович Монахов, после прослушивания, когда он мне сказал, что он меня берет, чтобы я не поступал больше никуда, что меня чрезвычайно обрадовало ввиду, опять же, моей лени, посоветовал, вернее, сказал, чтобы я на конкурс приготовил монолог Хлестакова, что я и сделал. И так его и не сыграл, к сожалению. Да, кстати, Витя, любимая вот моя роль. Вышел мальчик, когда вызвали Меньшиков, вышел молоденький совсем. Небольшого роста. Он прочитал классическое произведение, я не помню, конечно, русского какого-то классика. Все нормально, хорошо. Потом попросили его спеть. Он спел. Это вообще было великолепно. Но потом попросили, когда потанцевать. И вот Олег как вышел, и как вокруг пошел. А потом, когда начался быстрый темп, он как взметнул еще под небо. Да ножками хлоп-хлоп, вот так. Потом в другой стороне хлоп-хлоп. Я, боже мой, и что не движение, то это красиво, выразительно. Ну, думаю, ну, вот к тому, что вот уже артист. Они сидели, вставившись в стены зала, открыв рты, как настоящие идиоты. Поскольку я был влюблен в оперетту в юности, то, собственно, эта любовь меня не покидает до сегодняшнего дня. Я очень хотел быть артистом театра оперетты. Ну, вообще, оперетты. А
Мама у меня была просто в шоке. Она сказала, только через мой труп. Но это, по-моему, любая мама говорит, если ей говорят про артистов. И папа был лояльнее, но он вообще более такой спокойнее. Но он говорил, Елена, ну если, ну что, ну пусть попробует, ну пусть попробует. Ну вот я попробовал, пробую до сих пор. Вот здесь был... Была сцена, сейчас, наверное, тоже она здесь есть, но закрыта. Здесь игрались дипломные спектакли, здесь и на сцене филиала Малого театра. Не вот нового, а тогда еще был без ремонта Малый театр. Здесь был туалет. Теперь училище без туалета. Олег был безусловным лидером на курсе. Тут даже никто мне не даст соврать. Это такая энергия, это такая музыкальность, такая фантазия. Просто... потрясающе. Конечно, все тянулись за ним. Да и сейчас, конечно, тянутся. Все то же самое. И с интересным человеком всегда интересно. А я, может быть, не оригинален, хотя я знаю, что студенческие годы далеко не всем нравятся. Для меня это было такое, ну, наверное, одно из самых хороших, один из самых хороших периодов моей жизни. Потому что такая, знаете, абсолютная безответственность, абсолютная свобода. Надо отдать должное нашим педагогам, учителям, потому что они, вот они как-то умели незаметно нас учить. Кинокарьера Олега Меньшикова начиналась блестяще. Свою первую по-настоящему звездную роль в фильме «Покровские ворота» студент Щепки получил, в общем-то, тоже совершенно случайно. Учусь на историческом, кроме того, подрабатываю. Веду кружок художественной атлетики. Создаю людям новые торсы. Торгуете телом? На самом деле герой был найден. Но «Покровские ворота» — это мой однокурсник. Михаил Михайлович был в него практически влюблен. Он говорил, я нашел Ален Делона, вот ему надо похудеть на 7 килограмм. Ну вот тут Наташа еще каких-то привела. Ну это так просто, сказал он мне. Я так на него взглянула без интереса. Какой-то мальчик сидит, выпускник Щепкинского училища, никакого интереса абсолютно не вызывает. Какой-то толстоватенький, такой, ну, вообще никакой какой-то. И вот мы начинаем играть. Я, по-моему, уже с кем-то попробовалась уже. И вот второй был Олежек. И значит, я открываю дверь, и он говорит, о! И все. Белюров Аркадий Варламович есть? Ну как не быть? А вы чье, его сын? Нет, моя радость, я его отчим. Ага, отчим, ага. Сейчас. Так я тебе и поверила. Ну, у каждого, знаете, свой крест. Аркадий Варламович, к вам пришли. Худенький, очаровательный. Что забавно было, у него были такие часы с Кремлем. И немножко на каблучках он был не очень высокого роста, значит. Но улыбчивый, очаровательный такой человек. Прочитал сценарий, на первой же пробе стало ясно, что тут другого нет. Просто вот он меня спас, спасибо, Олег Евгеньевич. Да даже волнительно не было, было как-то приятно очень. Приятная компания была, я понял, что я нравлюсь. А когда ты понимаешь, что ты нравишься, то сил прибавляется втройне. Ну и дальше понеслась душа в рай. Я влюбилась в него сразу, как только увидела его в «Покровских воротах». И на всю жизнь теперь. И все, что он не делает, это просто... Ну, может быть, это высокопарно прозвучит, но я считаю его гениальным артистом. Он меня снимался в «Ломоносове», когда был, ну, по-моему, студентом 4-го курса. Словом единым не обмолвился. Но и у меня тоже своя мечта есть. Ради которой все стерплю. И горе, и обиды, и унижения. Я в рубище ходить буду. Это был совершенно очаровательный, легкий, заводной юноша, который беспрестанно куда-то, значит, исчезал. Если мы снимали в павильоне, вдруг слышал, что где-то играет, там звучит рояль. Он всюду находил инструмент и что-то начинал играть. Мы снимали его, значит, в Германии, где вот немецкая массовка была совершенно, так сказать, очарована, потому что такого легкого, свободного, прелестного актера, он как бы не совпадал с немецким представлением о том, что актер – это что-то такое, значит. И вдруг совершенно такой доступный, живой, милый, чудный. Ему надо было обязательно гитара или пианино, или еще что-то, и мы всю ночь пели, и соседи жаловались.
И мы были совершенно неудержимы в нашем жадном питье жизни. Поскольку Олег вообще фонтан всякой эмоциональной, положительной энергии был всегда. И, конечно, это и фортепиано, это и песни до утра под водочку с селедочкой. Ну, как бы все вот. Он, в общем, конечно, вел всю эту компанию, как бы, да. Вот это! Представляешь, а у нас тут тоже одно так недавно кинули, а поймать не поймали. Третий день бюллетеня, соревнования сняли. Общество «Трудовые резервы». Светлана, мастер спорта, прекрасно плавает на змея. В чем счастливчик и такой везунчик, и удачник такой, что его всегда окружали очень хорошие режиссеры, что в кино, что в общем. Ну, на театре, может быть, не так, но в кино, во всяком случае, да. И практически, ну, второй город по жизни, потому что я начал там свою кинематографическую карьеру, потому что у меня был там первый фильм «Жду и надеюсь». Там я познакомился с Романом Балаяном. Я приехал в экспедицию, посмотрел материалы. Олег уже снимался. И материал был про беги, проходы, то есть без паких. И я спрашиваю, а вот этот молодой, он кого играет? Он говорит, ну, это главный герой. Да не, ну что, ну, совершенно невыразительный человек. Нет, давайте менять Сурен. И я вдруг иду в гримерную комнату. Ну, я их знаю, все. Захожу, там какой-то парень с гитарой, с потрясающим лицом, очень одухотворенный такой актер. Я говорю, а это кто? Это тот, который играет. Да вы что, вы его снимали, что ли? Я быстро к Сурену Шахбалягу, Сурен, никого не ищем. В это же время произошла судьбоносная встреча Олега Меньшикова и Никиты Михалкова. Режиссер утвердил актера на небольшую роль в фильме «Родня». Ты когда последний раз отца видел? А, вот оно что. А вы кто такая? Неважно, родственница. Вы что с человеком делаете? Сами-то вон как живете. А он? Я не артист роли, я артист темы. Вот у меня есть своя какая-то одна большая тема на все, что я делаю в театре и в кино. Никита Сергеевич, он мне дал счастливую возможность продумать эту про тему-то и продолжить. Он эту тему-то как раз прочувствовал и услышал. И поэтому он мне создает такие условия, что я эту тему могу реализовывать вот прям вот так вот, раз, на щелчок, без репетиций. Мадам! Мадам! After you've eaten a bublik. А вы знаете, что остается после того, как вы съели бублик? The hole. Дырка. The hole's left. Дырка остается от бублика. It's a joke. Это шутка такая. Он меня научил выбирать, Михалков. Он мне сказал, что если ты будешь бросаться во все тяжкие, значит, ты через 10 лет никому не нужен будешь. И сколько мы таких примеров видим, кстати. Он мне в этом смысле помог встать на ноги в профессии. Я ему за это, конечно, безумно благодарен. Мы разговаривали часто и много о каких-то проблемах житейских и так далее, и так далее. Но он развивался очень самостоятельно и очень бурно, и поэтому, так сказать, я не могу сказать, что я его чему-то научил. Хотя думаю, что это такое некое взаимообучение, потому что я тоже каким-то вещам учился у него профессионально. Утомленный солнцем, сибирский цирюльник, статский советник. Личная тема Олега Меньшикова в кино – это всегда драма, конфликт, оппозиция. Он играет героев, оказавшихся в сложных, невыносимых и трагических обстоятельствах. Он один против всех, он жертва рока, судьбы, исторических потрясений. В кино у Олега Меньшикова все складывалось прекрасно, а вот с театром не ладилось. После окончания училища он долго не мог найти свой театр. И вот, казалось бы, удача. В 1985 году известный режиссер Валерий Фокин приглашает его в театр Ермоловой. Я прихожу домой, и мне звонит Олег, здравствуйте, это Валера Фокин, можно мне с вами встретиться? Конечно же, я пошел с ним встретиться, он говорит, я вас приглашаю все в театр.
Я даже не знаю, где он меня видел, честно говоря. У нас перешло несколько туда. Балуев, Меньшиков, я. То есть нам, мы пришли к компании. И с желанием, что мы сейчас всех победим. Но забуксовали мы, потому что Фокин, став главным режиссером, очень сильно изменился. И вот эта дружеская, доверительная атмосфера исчезла. Он начал нас строить. Мы были ошарашены. И особенно тяжело было Олегу. Почему-то все решили, что мы поругались с Фокиным, что ничего подобного. Я вам говорю, все мои уходы зависели только от меня. Я ушел на улицу. У меня ничего не было впереди, кроме кровотечения язвенного. Все. Я вышел, у меня ни кино не было, ни театра. Но я понял, что если я сейчас не уйду, то все, привет полный, я погибну. И вообще у него было такое настроение. Он говорит, что вот если бы у меня было много денег, я бы вообще и не снимался, и не играл. Я говорила, как это, Олег? Я не понимала этого. Я говорю, ты врешь. Он говорит, нет, честное слово. И, ну, прошло буквально свободой недели две, и он мне звонит и говорит, Таня, что делать? Фоменко ставит Калигулу, и у него нет актера. И что вы думаете? И через некоторое время мне позвонил Петр Томович Фоменко и предложил играть Калигулу. Вот и скажите, что я был неправ. Я не помню, все кажется таким сложным. А на самом деле все так просто. Если бы у меня была луна, если бы мне было достаточно одной только любви, если бы невозможное осуществилось... Калигула, это же был взрыв. Взрыв был. То есть это был удивительный спектакль. Я доказал мнимым богам, что их дурацкой работенкой может заниматься и неуч. Была бы охота. Не скачёшься, да? Нет. Нет, Цыпён, это трезвость. Просто я понял, что для того, чтобы сравняться с богами, достаточно стать, как боги, жестоким. Фоменко научил меня театру, потому что то, как он мыслит, мне это настолько близко, настолько вот то, что я говорил, немножечко все-таки отстранённо, немножечко все-таки, ребята, не надо так серьезно. Но это все-таки театр, и мы все-таки играем, и мы все-таки артисты. Мы играли в Лиле, город Лиль, а потом приехали на один день в Париж. Так как-то самолет был утром, а мы приехали вечером, ночевать как-то гостиницы тогда никаких ни у кого денег не было. Я помню, что мы в однокомнатной квартире какого-то чьего-то знакомого, мы спали все, Петр Наумович Фоменко, мы все вот так вот в повалку просто спали. Вот был такой вот, абсолютно такой, что всем хотелось быть вот вместе. Потом он уехал в Лондон надолго. Это было тяжелое испытание для нас, для меня во всяком случае, потому что его всегда не хватает, не хватало. Все, давай, беги домой, тебя мама ждет. Олег Евгеньевич, я думаю, что в своей возрастной категории один из самых выдающихся актеров. Самое главное его качество – которое меня всегда изумляет и восторгает. Ты не понимаешь, как он это делает. И никого в той жизни не осталось. А вы, оказывается, все есть. И все-то у вас как прежде. Только без меня. А меня что же вычеркнули, да? Ластиком. Стерли. Мы разговариваем, мы разбираем. Я говорю, да попробуй, не надо. Я говорю, давай, ну вот так он так в полноги, причем, так сказать, все с шуткой-прибауткой и такое ощущение легкомысленного, так сказать. Но когда возникает слово «мотор» на площадке, ты видишь, какой перламутр внутри, в переходах, как в пластике он органичен с тем, что он играет. Это меня всегда восхищало и восхищает до сих пор. Роль в фильме «Утомленные солнцем» стала знаковой для Олега Меньшикова. И эту высоту он тоже взял легко и стремительно. Было ему всего 27 лет. Сложный, непредсказуемый, противоречивый.
Меньшикова все время пытаются подвести под некий знаменатель, но он не укладывается в общепринятые схемы. Понять внутренние мотивы его поступков трудно даже близким людям. В какое-то время вот у него наступает момент, когда на него никто не должен влиять. Когда ему нужна полная внутренняя свобода и одиночество, и иногда он и от родителей закрывался. В какой-то момент он вот перестал быть таким легким, открытым, и у него началась какая-то внутренняя работа. И со мной изменились тоже отношения. Я же сейчас рассказываю о молодом Олеге, о нашей молодости, потому что на сегодняшний день я не имею с ним никаких отношений, даже по телефону. Мы продолжаем все вместе быть, а Олег, он очень отдельный. Чем больше времени проходит, тем он более отдельным становится. Ну, это его кредо, его индивидуальность. Ему труднее, чем нам. Конечно, не хватает того нашего юношеского, вернее, его, вот такого искрометного, я не знаю, фонтана, который был. Ну, наверное, его уже и не будет, но осталось в наших сердцах, душах, в душах зрителей. Но мне не хватает, конечно, этого. Мне не хватает, честно скажу. Сейчас мне говорят, что он довольно жестким человеком может быть. Я вот этой жесткости не чувствовал тогда, не было. Опять же говорю, время идет, люди меняются. Меньшиков может резко разорвать дружеские отношения и уйти, не объясняя причин. Он непростой человек с какими-то своими, так сказать, жизненными играми. И при всем, так сказать, таком внешнем обаянии, очаровании, так сказать, такой легкости, в общем, всегда он держит некое чувство дистанции. И это не от высокомерия. А это, вот, я бы сказал, иногда внутренней такой растерянности. Иногда он боится людей. Просто таким людям, как он, очень тяжело вообще с людьми. С нами, со всеми ему тяжело. Тяжелее, чем многим другим. Профессия актера требует постоянного внутреннего преодоления. Ради по-настоящему достойной роли Меньшиков готов на многое. Олег мне позвонил и сказал, что я очень прошу, дайте попробуем. Я говорю, Олег, надо худеть, надо вообще, ну как, молодиться надо. Ты в возрасте, это не мальчишка. И он реально занялся собой очень подробно. Что он умеет делать, но не любит особо. На съемках фильма «Сибирский цирюльник» Михалков создает актерам тяжелые условия. 3 месяца в военной казарме, ежедневная муштра, уроки фехтования. Это было поразительное время. И то, что Олег вписался туда именно на том этапе, а не позже приехал, так сказать, играть кадета, это принципиально важно. Но это было наше условие. Толстой, через час репетиции. Хорошо, хорошо. Может быть, училище наконец взорвем. Я не шучу. Толстой, вы вообще понимаете, чем это нам грозит, ежели узнают о дуэли? На рассвете в гимнастической зале. Выбирайте оружие. Предоставляю это право вам. Эскадроны. Толстой, не рискуйте, я же лучше фехтую. Вот там и проверим. 4 часа по полуночи, гимнастическая зала, эскадроны. Честь имею. Честь имею. Только не проспите. Вообще же этот Олег не любит. С трудом переносит лишения бытовые, связанные со съемками там, и так далее. Ну, для него это мучительно. Ну, он сибарит, он любит с книжечкой, с фильмом, с фруктами. Это очень, так сказать, по-человечески приятно. Но когда он понимает, что без этого нельзя, то он переступает через себя. Thank you.
Видимо, я уже как-то вышел на определенный уровень одевания из себя, что мне, в принципе, не важно, какую куртку или рубашку или джинсы снять с вешалки или взять с полки, что я знаю, что все равно это никогда не будет плохо, поэтому это не надо долго думать, что надеть. Он, конечно, стал сама элегантность и с причудами, потому что решил ввести новую моду носить двое часов на обеих руках. А сколько у меня часов? Много? Мне, ну, носить их на две руки. Мне кажется, в этом есть прикол какой-то. На обеих руках. Не знаю, мне даже кажется, красиво. Модник, да, такой. Ну, да, такая элегантный такой, с шарфами, с всякими кожаными плащами. Модный, да. Поставить на карту все, рискнуть и выиграть. И это тоже Олег Меньшиков. На дворе 1998 год. Экономический кризис в самом разгаре. А он назло всем кризисом затеял антрепризу. Вы знаете, вообще театральное товарищество, оно было придумано не в протест там, существующему театральному строю, ну, во всяком случае, в какой-то доле несогласия с тем. Потому что я и сейчас считаю, что государственный театр – это пагубно для развития вообще театрального дела. Их должно быть 3, 4, 5 на страну, но не больше. Ну, не может быть столько государственных театров. Не может быть столько людей, которые работают, которые, вернее, не работают. Но первый спектакль Меньшикова «Горе от ума», выпущенный совместно с товариществом, освистали. Это не сколько спектаклю было негатив, это ко мне. И бедные ребята попали под ураган этого дерьма только из-за меня, потому что ненависть была высказана мне лично. Знаете, как переживал, когда «Горе от ума» ругали критики? Ой, так его облажали. Они даже не оценили того, что парень собрал великолепную, молодую и не только творческую компанию. И так же, как и мне в «Игроках», говорит: давайте с Грибоедовым поговорим. Понимаете? И вот этот порыв романтический, легкий, авторский, именно меньшиковский, вдруг взяли и обругали. Там были вещи несомненные. Там был сам Олег, между прочим. Вот этот последний его монолог, вот этот, вот, «Карету мне карету». Ну, я лично рыдал. И зрители рыдали. Я видел просто. То есть это что-то невероятное был этот монолог. Сюда больше не ездок. Бегу я, оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне. Карету. А за что меня любите? Я проработал в Англии несколько сезонов, снялся у Михалкова, «Оскар», «Канны». За что меня любить-то? Я понимаю, если бы я был где-нибудь работал в небольшом театрике, честно получал свои деньги, честно ходил бы на работу, ходил бы с ним. Да, можно любить. А это что любить-то? Богатый, удачливый и свободный. Это был огромный удар. Он его переживал, эту обиду, эту несправедливость. Для этого надо много внутренних сил. Но времени восстановиться нет. В Киеве Меньшикова ждет французский режиссер Режи Варнье. Актер приезжает разбитый, усталый. Он не хочет даже репетировать. Я не хотел репетировать не потому, что я не хотел репетировать, потому что я капризничал, а потому что я не люблю повторять одно и то же несколько раз. Мне скучно сразу становится. Он почему-то сразу не полюбил французов, которые его обожали. Я помню, когда он первый раз сыграл на французском языке, вся группа кричала только одно слово «Манифик». И была под большим впечатлением от силы его игры. В фильме «Восток-Запад» у нас было мало общих сцен,
Но меня поразил тот факт, что Олег, не понимая французского, выучил свою роль фонетически, на слух, как набор звуков. Ведь играл он так, как будто бы бегло говорил на французском языке. Это очень трудно было, и у меня был, естественно, преподаватель, был человек, который учил меня. Я учил до 4-5 ночи. Каждый день текст, сцены, и с удовольствием потом вырывал страницу сыгранной сцены и начинал на следующую ночь учить следующую. Он был вне конкуренции, понимаете? Режиссер Варнье мечтал с ним следующий сразу фильм сделать. Он искал встречи с ним, и Олег это вот так все отодвинул. Работать на иностранном языке – это, смотря что ты хочешь. Если ты хочешь славы любым путем, денег любым путем и, так сказать, пробиться в европейский или мировой кинематограф любым путем, и тебе не важно, что с тобой происходит, да ради бога. Я, кстати, никого не упрекаю сейчас. Он был завален кинопредложениями просто сверх меры, и он никуда не поехал. И про него уже говорили, ах, это тот русский, который не приезжает. Он не захотел строить карьеру на Западе, ему там не нравилось. Он любит сам выбирать, он любит подчинять своему расписанию, если это возможно. Все остальное, это не проходит на Западе. Михалков и Меньшиков встретились и на съемках фильма «Статский советник». Их блестящий дуэт – главный эмоциональный стержень картины. И, возможно, ученик Меньшиков в чем-то и переиграл учителя Михалкова. Тарас Петрович, вы меня правильно поймите. Вы сами сказали про откровенность. Я не хотел вас обидеть. Просто кто у вас на подозрении? Не сейчас и не здесь. Нам нужно с вами поговорить наедине. И чтоб не души. Где, когда говорите, я готов. Петросовские бани, знаете? Не знаю, но пока что узнаю. Там отдельные номера. Завтра в 12 часов. Действительно большой актер, которому, в общем, любая кинематография могла бы гордиться, потому что на нем можно было устроить целый репертуар, как в театре, так и в кино. Вообще представляли профессию актерскую всегда единицы. Никогда массовой она не была. Не было 90 или 80% талантливых людей в этой профессии. Их всегда было 20. Ну, таких, как сейчас говорят, топовых. И они всегда были, они всегда будут. Не всем быть выдающимися артистами. Я вообще не люблю эти прилагательные. Выдающийся, великий, гениальный. Вот это у нас сейчас, у нас куда ни плюнь, везде великий. Лето, июнь, я уехал в город Орехово-Зуево к себе на родину и стою на кухне в трусах семейных. Лето, солнце, я варю щи. И вдруг звонок в Орехово-Зуево. Алло, здравствуйте, мне Виктора. Я говорю, я слушаю. А это Меньшиков. Я даже кричу, Вайк, иди сюда, говорю, смотри, Меньшиков, сам Меньшиков звонит мне. Ой, вот что, какое-то ликование, какой-то восторг, как будто вот действительно кино приехало, ко мне приехало кино. И он мне вдруг говорит, у меня к тебе дело, ты можешь приехать в Москву? Я говорю, конечно. И он приглашает меня к себе в Москву на разговор. Приезжаю к нему в офис, и вот он ходит по кабинету, а я сижу. А он ходит, и вдруг останавливается и говорит, Гоголь опять ходит. Игроки. Ходит. Пауза. Я сижу. И вдруг остановился, смотрит. И говорит, давай сделаем. И я в торе его тональности говорю, давай. Сам Олег Евгеньевич предпочитает называть себя просто театральным деятелем. Но на репетициях спектакля «Игроки» выступил в роли режиссера-постановщика. Вот нервное напряжение, которое чувствует во время игры, кто что не говорит, а, видимо, сокращает нашу жизнь. Мы когда на гастроли ездим, ведь он со сцены уходит не Меньшиковым, а клумбой на меньшиковских ножках. Вот весь в цветах, нет Меньшикова, а вот только, говорю, вот клумба выходит со сцены.
Не бывает плохого зала. Бывает, что ты его задеть не можешь, достать. И тогда ты сваливаешь на него: о, плохой, пробить нельзя. Ты пробивай. У тебя работа такая. Существует такое мнение, что Олег какой-то замкнутый, такой какой-то одинокий. Ну, может быть, он такой, но с друзьями он совершенно другой. У него есть потрясающее качество. Он очень смешливый человек. Смеется так искренне, что это огромное удовольствие ему рассказывать анекдоты, какие-то байки. Я оборачиваюсь и говорю: но тем не менее, дружба наша продолжается. Когда мы встречаемся, мы как родные. Вот мы опять все вокруг него. Улетают самолеты, а вместе с ним я. И мы летим на гастроли, и как одна семья, как вот одно какое-то облако на небе, несем искусство в массы. То есть очень много людей, которые очень давно со мной, с самого начала. Они все работают, естественно, в своих театрах. Но я думаю, что если бы не нравилась компания, сейчас же выбор есть. Значит, вот они выбирают меня, и мне это очень приятно, я горжусь этим. Олег Евгеньевич, наш пропуск в мир малого спорта. Он азартный. Он, когда играет, он играет всерьез. Да мы не на результат играем. Если бы на результат играли два раза в неделю, мы бы с ума посходили. Мы выходим на свежий воздух, бегаем. Я в теннис люблю. Я плавать люблю. Ну, просто футбол так можно поорать, материться, побегать, вылить злость какую-нибудь. Весело. А потом мы все, мы же редко видимся. А тут вот два раза в неделю. Все равно хочешь, не хочешь, а встречаемся. У нас сегодня футбол. Ты в футбол ты играешь? Играл когда-то. Ну, значит, поиграем в футбол. У нас сегодня воскресенье, у нас всегда футбол играет. Да, Надька? Роль Мити в фильме «Утомленные солнцем» стала бесспорной удачей Олега Меньшикова. А вот Остап Бендер из сериала «Золотой теленок» в исполнении актера у многих вызвал раздражение. Любое появление любой роли для меня абсолютно логично. Даже если она, как бы в общественном мнении, кажется неудачей. Как, например, Бендер. Для меня он абсолютно логичен. И для меня, я считаю, что я его сыграл. То, как я его считаю нужным сыграть, понимаете? Я не могу оценивать свою работу. Я считаю, что Бендер такой. Вы меня не узнаете? Странно. Между тем, многие находят, что я поразительно похож на своего отца. Я тоже похож на своего отца. Вам чего, товарищ? Тут дело в том, какой отец. Я сын лейтенанта Шмидта. На чаше весов между кино и театром Меньшиков выбирает театр. И он стремится ставить сам, без оглядки на авторитеты. На сцене просто все честнее. На сцене вышел, и все видно. Кто ты, что ты, что ты умеешь, что ты не умеешь. В кино можно спрятаться. Если режиссер к тебе хорошо относится, а ты плохой артист, то тебя могут подрезать, спрятать. Как-то так и глядишь, и ролька выросла, хотя ты сам ничего не можешь. Я вышел из каюты на палубу. Какая-то была глупость. Я работал там 4 дня. Прежде я знал, как найти свою каюту и пардон, туалет. Все! Моноспектакль Олега Меньшикова 1900-й – бесстрашный вызов самому себе. Полтора часа наедине с огромным зрительным залом на такой поступок решится не каждый актер. Мне не нравится, что он мало снимается и, говорят, часто отказывается. А это не есть существо киноартиста. Может, ему хватает той славы, которая залов театральных и так далее. Но я думаю, что в кино Олег мог бы достичь большего. Может быть, я достаточно избалован, может быть, я достаточно удачлив, но мне нужно предложение очень интересное, чтобы я сдвинулся с места. К
Когда режиссер Александр Прошкин наконец нашел деньги на экранизацию знаменитого романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», у него не было никаких сомнений. Играть главного героя должен только Олег Меньшиков. Александр Анатольевич меня все время просил не говорить этого, но я не могу. Александр Анатольевич, простите меня, я не очень люблю этот роман. И поэтому у меня реакция была такая, зачем мне это надо? И сначала, по-моему, даже я сразу отказался. Потом начались какие-то опять переговоры, потом Александр Анатольевич написал мне письмо. Я написал, что ты совершаешь глубочайшую ошибку, если ты не сыграешь эту роль, что эта роль твоя. Он написал, более того, он говорит, я пробовал много артистов, я ничего с собой не могу сделать. Я говорю, начали, играет артист, а я вижу перед собой твое лицо, и ничего не могу с этим сделать. Короче, я не то, что не жалею, что я тогда пришел. Я настолько благодарен ему за то, что он написал это письмо, потому что я считаю роль Живаго одной из лучших в своем репертуаре. Вот очень сложно играть, скажем там, голод. Вот у Олега есть в картине кусок, где голодному человеку предлагают кусочек сыра. И вот то, как он ест этот сыр, это только очень большой актер это может сделать. А вы здесь не голодаете? Швейцарский? Съемочный период растянулся на долгие месяцы. Трудности поджидали режиссера там, где он меньше всего этого ожидал. У нас был такой эпизод, он убегает из партизанского лагеря и встречает волка и вынужден вернуться назад. Но волк от него был метрах в 10. До тех пор, пока я не взял ее на руки, не поднес к нему и сказал, вот видишь, вот я ее на руках держу. До этого уговорить ее на съемку было невозможно. Когда я был маленький, была собака. Я ее очень любил. Знаете, у папа была собака, он ее любил. У Насти было много собак. А когда мы встретились, у меня собак не было, у нее она переехала из Норильска, тоже не было. Она меня все время мучила, чтобы я купил собаку. Сначала мы его назвали «Шашлык», но потом мы через 2 месяца одумались, потому что, знаете, как корабль назовешь, так он поплывет. В быту Олег Евгеньевич неприхотлив. Ест все, что дадут. Претензий к жене не предъявляет. Он все любит, да, и у него нету такого, что вот одной, но иногда бывает. Что... Нет, ну я вам скажу, что у меня, например, долгое время было самое любимое блюдо, ну не самое любимое, но это, видимо, или до встречи с Настей, или до появления финансовых возможностей обеспечить себя другой пищей. Но я обожал макароны, простые макароны наши, тогда советские. Открывал банку лосося. Высыпал это все, варил это самое, высыпал лосось, маслом все это. И это была лучшая пища для меня. Но это, как вы понимаете, шутки все. А на самом деле нормальный, особенно хороший человек. Чего его разгадывать? Мы не разгадаем. У него другой строй ума, психики, видение мира. Я много играла с замечательной нашей выдающейся актрисой Екатериной Сергеевной Васильевой, которая тоже с ним работала в «Горе от ума». И когда я стала говорить, я вот этого не понимаю, вот этого не понимаю, а она мне сказала, оставь, ты никогда не поймешь, он же гений. Путь Олега, он все равно звездный. Он все равно, может быть, не в такой яркости, как бы, выражение, как это было в начале его пути, но те перемены, которые с ним происходят, они, я, например, вижу это как некий такой поиск и путь, какого-то настоящего актера, настоящего человека. Семейная жизнь сложилась. Антреприза с большим успехом колесит по стране. Журналисты по-прежнему стоят в очереди за интервью. Я на пресс-конференции сижу, у меня вот так штук 20 микрофонов. И мне первый вопрос. Вы никогда не даете интервью? Я говорю, окститесь, вы посмотрите, сколько микрофонов. Посмотрите, сколько вас и сколько микрофонов. И вы мне первый вопрос говорите, что я никогда не даю интервью. Я не даю их много. Но у меня нет никакой закрытости от прессы. У меня... Ну а что балаболить-то? Каким будет следующий шаг Олега Меньшикова? Пока он и сам не знает об этом. Может быть, это будет собственный театр? Понимаю, что я могу
художественно руководить театром. Другое дело, прилагать усилий к этому я не умею, потому что не потому что я такой ой-ой-ой, а просто потому что не умею. В нем такой творческий, фантазийный потенциал, что я ему говорю, ну что ты сидишь, ну давай еще, ну давай втроем, давай вчетвером, ну не хочешь, ну давай, давай, поработаем. Но понимаете, какая вещь? То ли он боится проиграть, то ли он опасается что-то сделать плохо. Он хочет победить, хотя это спортивный термин, но он не любит поражений. Может быть, и нужен ему свой театр. Какой-то идеальный театр, думают. Вот какой-то вот прекрасный, стеклянный, фарфоровый. Он на пороге нового какого-то своего прыжка в неведомое. И вот он его себе готовит. Мы приехали вечером, ночевать как-то гостиницы тогда никаких ни у кого денег не было. Я помню, что мы в однокомнатной квартире какого-то чьего-то знакомого, мы спали все, Петр Наумович Фоменко, мы все вот так вот в повалку просто спали. Вот был такой вот, абсолютно такой, что всем хотелось быть вот вместе. А потом он уехал в Лондон надолго. Это было тяжелое испытание для нас, для меня во всяком случае, потому что его всегда не хватает. Не хватало. Все, давай, беги домой. Тебя мама ждет. Олег Евгеньевич, я думаю, что в своей возрастной категории один из самых выдающихся актеров. Самое главное его качество, которое меня всегда изумляет и восторгает, ты не понимаешь, как он это делает. И никого в той жизни не осталось. А вы, оказывается, все есть. И все-то у вас как прежде. Только без меня. А меня что же вычеркнули, да? Ластиком. Стерли. Мы разговариваем, мы разбираем. Я говорю, да попробуй. Не надо. Я говорю, давай, ну вот так он так... В полноги, причем, так сказать, все с шуткой, прибауткой и такое ощущение легкомысленного, так сказать. Но когда возникает слово «мотор» на площадке, ты видишь, какой перламутр внутри, в переходах, как в пластике он органичен с тем, что он играет. Это меня всегда восхищало и восхищает до сих пор. Роль в фильме «Утомленные солнцем» стала знаковой для Олега Меньшикова. И эту высоту он тоже взял легко и стремительно. Было ему всего 27 лет. Сложный, непредсказуемый, противоречивый. Меньшикова все время пытается подвести под некий знаменатель, но он не укладывается в общепринятые схемы. Понять внутренние мотивы его поступков трудно даже близким людям. В какое-то время вот у него наступает момент, когда на него никто не должен влиять. Когда ему нужна полная внутренняя свобода и одиночество, и иногда он и от родителей закрывался. В какой-то момент он вот перестал быть таким легким, открытым, и у него началась какая-то внутренняя работа. И со мной изменились тоже отношения. Я же сейчас раз... Ворота! Олег Евгеньевич, наш пропуск в мир малого спорта. Он азартный. Он, когда играет, он играет всерьез. Да мы не на результат играем. Если бы на результат играли два раза в неделю, мы бы с ума посходили. Мы выходим на свежий воздух, бегаем. Я в теннис люблю. Я плавать люблю. Ну, просто футбол так можно поорать, материться, побегать. Вылить злость какую-нибудь. Весело. А потом мы все, мы же редко видимся. А тут вот два раза в неделю.
Все равно хочешь, не хочешь, а встречаемся. У нас сегодня футбол. Ты в футбол ты играешь? Играл когда-то. Ну, значит, поиграем в футбол. У нас сегодня воскресенье, у нас всегда футбол играет, да, Надька? Роль Мити в фильме «Утомленные солнцем» стала бесспорной удачей Олега Меньшикова. А вот Остап Бендер из сериала «Золотой теленок» в исполнении актера у многих вызвал раздражение. Вася! Любое появление любой роли для меня абсолютно логично, даже если она как бы в общественном мнении кажется неудачей, как, например, Бендер. Для меня он абсолютно логичен. И для меня, я считаю, что я его сыграл. То, как я его считаю нужным сыграть, понимаете? Я не могу оценивать свою работу. Я считаю, что Бендер такой. Вы меня не узнаете? Странно. Между тем, многие находят, что я поразительно похож на своего отца. Я тоже похож на своего отца. Вам чего, товарищ? Тут дело в том, какой отец. Я сын лейтенанта Шмидта. На чаше весов между кино и театром Меньшиков выбирает театр. И он стремится ставить сам, без оглядки на авторитеты. На сцене просто все честнее. На сцене вышел, и все видно. Кто ты, что ты, что ты умеешь, что ты не умеешь. В кино можно спрятаться. Если режиссер к тебе хорошо относится, а ты плохой артист, то тебя могут подрезать, спрятать. Как-то так и глядишь, и ролька выросла, хотя ты сам ничего не можешь. Я вышел из каюты. Какая-то была глупость. Я работал так 4 дня. Я знал, как найти свою каюту и, пардон, туалет. Все! Моноспектакль Олега Меньшикова 1900-й – бесстрашный вызов самому себе. Полтора часа наедине с огромным зрительным залом на такой поступок решится не каждый актер. Мне не нравится, что он мало снимается и, говорят, часто отказывается. А это не есть существо киноартиста. В их и трагических обстоятельствах. Он один против всех. Он жертва рока, судьбы, исторических потрясений. В кино у Олега Меньшикова все складывалось прекрасно. А вот с театром не ладилось. После окончания училища он долго не мог найти свой театр. И вот, казалось бы, удача. В 1985 году известный режиссер Валерий Фокин приглашает его в театр Ермоловой. Я прихожу домой, и мне звонит Олег: здрасте, это Валера Фокин, можно мне с вами встретиться? Конечно же, я пошел с ним встретиться, он говорит: я вас приглашаю себе в театр. Я даже не так, где он меня видел, честно говоря. Нас перешло несколько туда. Балуев, Меньшиков, я. То есть мы пришли к компании. И с желанием, что мы сейчас всех победим. Но забуксовали мы, потому что Фокин, став главным режиссером, очень сильно изменился. И вот эта дружеская, доверительная атмосфера исчезла. Он начал нас строить. Мы были ошарашены. И особенно тяжело было Олегу. Почему-то все решили, что мы поругались с Фокиным, что ничего подобного. Я вам говорю, все мои уходы зависели только от меня. Я ушел на улицу. У меня ничего не было впереди, кроме кровотечения язвенного. Все. Я вышел, у меня ни кино не было, ни театра. Но я понял, что если я сейчас не уйду, то все, привет полный, я погибну. И вообще у него было такое настроение. Он говорит, что вот если бы у меня было много денег, я бы вообще и не снимался, и не играл. Я говорила: как это, Олег? Я не понимала это. Он говорит, я говорю: ты врешь. Он говорит: нет, честное слово. И, ну, прошло буквально свободой недели две, и он мне звонит и говорит: Таня, что делать? Фоменко ставит Калигулу, и у него нет актера. И что вы думаете? И через некоторое время мне позвонил Петр Томович Фоменко и предложил играть Калигулу. Вот и скажите, что я был неправ. Я не помню, все кажется таким сложным. А на самом деле все так просто. Если бы у меня была луна, если бы мне было достаточно одной только любви, если бы невозможное осуществилось... Калигула, это же был взрыв. Взрыв был. То есть это был удивительный спектакль. Я доказал мнимым богам, что их дурацкой работенкой может заниматься и неуч. Дала бы охота. Есть кощёство, да? Нет.
Нет, Цыпёк, это трезвость. Просто я понял, что для того, чтобы сравняться с богами, достаточно стать, как боги, жестоким. Фоменко научил меня театру, потому что то, как он мыслит, мне это настолько близко, настолько вот то, что я говорил, немножечко все-таки отстраненно, немножечко все-таки, ребята... Было ему всего 27 лет. Сложный, непредсказуемый, противоречивый, Меньшикова все время пытается подвести под некий знаменатель, но он не укладывается в общепринятые схемы. Понять внутренние мотивы его поступков трудно даже близким людям. В какое-то время вот у него наступает момент, когда на него никто не должен влиять. Когда ему нужна полная внутренняя свобода и одиночество, и иногда он и от родителей закрывался. В какой-то момент он вот перестал быть таким легким, открытым, и у него началась какая-то внутренняя работа. И со мной изменились тоже отношения. Я же сейчас рассказываю о молодом Олеге, о нашей молодости, потому что на сегодняшний день я не имею с ним никаких отношений. Даже по телефону. Мы продолжаем все вместе быть, а Олег, он очень отдельный. Чем больше времени проходит, тем он более отдельным становится. Но это его кредо, его индивидуальность. Ему труднее, чем нам. Конечно, не хватает того нашего юношеского, вернее, его, вот такого искрометного, я не знаю, фонтана, который был. Но, наверное, его уже и не будет. Оно осталось в наших сердцах, душах, в душах зрителей. Но мне не хватает, конечно, этого. Мне не хватает, честно скажу. Сейчас мне говорят, что он довольно жестким человеком может быть. Я вот этой жесткости не чувствовал тогда, не было. Опять же говорю, время идет, люди меняются. Меньшиков может резко разорвать дружеские отношения и уйти, не объясняя причин. Он непростой человек с какими-то своими, так сказать, жизненными играми. И при всем, так сказать, таком внешнем обаянии, очаровании, так сказать, такой легкости, в общем, всегда он держит некое чувство дистанции. И это не от высокомерия. А это, вот, я бы сказал, иногда внутренней такой растерянности. Иногда он боится людей. Просто таким людям, как он, очень тяжело вообще с людьми. С нами, со всеми ему тяжело. Тяжелее, чем многим другим. Концерт Михаила Михайловича Жванецкого. И мы там встретились, увиделись. И вот так все получилось. Так что Михаил Михайлович Жванецкий наш... Он съел мои розы. Я съел розы. Настя сидела сзади меня, и я ел лепестки розы. Я пытался привлечь к себе внимание. Чтобы когда я Насте когда рассказала, она сказала, в общем, ты зря на это время, ты и так привлекал к себе внимание. Собственно говоря, ему ничего не нужно делать, было просто сидеть. Когда не понимаем друг друга, ну, можем часа полтора помолчать, но потом все равно, нет у нас такого. Я сказал, так и будет. Нет. Что жалко, в общем-то. Олег Меньшиков долго не женился.
Но именно в Насте, выпускнице театрального вуза, нашел то, что искал. Искренность и природную скромность. Посмотрите на него, ну вот он особенный. Знаете, как бывает, иногда вот заходит он в комнату, и вот как в кино, вот он герой, вот история началась. Боже, до слез знакомый образ! Как наша домработница Ольга говорит, пустите меня, сейчас им все скажу. Я скажу, что Олег Ильич не ходит, он летает. Вы видели его пятки? Видели, а я ходит, видела. Да. Он не ходит. Там ничего нет, там все, они как у младенца. Ведь он и говорит, что ты питаешься нектаром. Да, да. Ну что, за открытие московского сезона. Да. Так выяснишь, 65-й или 64-й? Я же вам говорил, я ленивый, я не люблю никуда ездить. Мне бы вот... кино посмотреть хорошее, куда-нибудь погулять с женой, с друзьями. Вот это вот мне интересно. Элегантности с причудами, потому что решил ввести новую моду носить двое часов на обеих руках. А сколько у меня часов? Много? Носить их на две руки. Мне кажется, в этом есть прикол какой-то на обеих руках. Не знаю, мне даже кажется, красиво. Модник, да, такой. Ну, да, такая элегантный такой, с шарфами, с всякими кожаными плащами. Модный, да. Поставить на карту все, рискнуть и выиграть. И это тоже Олег Меньшиков. На дворе 1998 год. Экономический кризис в самом разгаре. А он назло всем кризисом затеял антрепризу. Вы знаете, вообще театральное товарищество, оно было придумано не в протест там, существующему театральному строю, но во всяком случае в какой-то доле несогласия с тем. Потому что я и сейчас считаю, что государственные театры – это пагубно для развития вообще театрального дела. Их должно быть 3, 4, 5 на страну, но не больше. Но не может быть столько государственных театров. Не может быть столько людей, которые работают, которые, вернее, не работают. Но первый спектакль Меньшикова «Горе от ума», выпущенный совместно с товариществом, освистали. Это не сколько спектаклю было негатив, это ко мне. И бедные ребята попали под ураган этого дерьма только из-за меня, потому что ненависть была высказана мне лично. Знаете, как переживал, когда «Горе от ума» ругали критики? Ой, так его облажали. Они даже не оценили того, что парень собрал великолепную, молодую, и не только творческую компанию, и так же, как и мне в «Игроках», говорит: «Давайте с Грибоедовым поговорим». Понимаете? И вот этот порыв романтический, легкий, авторский, именно меньшиковский, вдруг взяли и обругали. Там были вещи несомненные. Там был сам Олег, между прочим. Вот этот последний его монолог, вот этот вот, «Карету мне карету», ну, я лично рыдал. И зрители рыдали, я видел просто. То есть это что-то невероятное был этот монолог. «Сюда больше не ездок. Бегу я, оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». Карету мне. 65-й или 64-й? Я же вам говорил, я ленивый, я не люблю никуда ездить. Мне бы вот кино посмотреть хорошее, куда-нибудь погулять с женой, с друзьями. Вот это вот мне интересно. Лень для Олега Евгеньевича – непозволительная роскошь. Жизнь такого востребованного актера, как он, проходит в пути. Проще всего Меньшикова поймать где-нибудь на автотрассе, в Сибири или на Урале. Он гастролирует по стране, дает по 10 спектаклей в месяц.
когда начинают жаловаться на профессию и говорить: «Боже мой, это так трудно, гастроли, Боря, я так устаю после съемок, у меня такая сложная роль». Говорят: «Ну, иди ты из профессии, если тебе так сложно-то, ну займись чем-нибудь другим». Ну, что, во-первых, что за жалобы? Я не думаю, что шахтеры меньше трудятся, чем мы, и меньше устают, чем мы. Если я выбрал какую-то поездку сложную, да, значит, я ее выбрал. Че ныть-то потом? Значит, надо ехать и делать дело. Ну что, может, мороженое взять? Эскимо, СССР. Пломбир. Как я раньше любил мороженое. Хорошо, что мы все равно, ну, как показывает в жизни, таким бродяжничем занимаемся и до сих пор, я во всяком случае. Ну и, насколько я знаю, он тоже вообще. Не найти какое-то тепленькое местечко и там получать всякие, как им кажется, привилегии, типа званий, квартир и еще чего-то, а иметь возможность ездить, чтобы люди, которые хотели видеть того или иного артиста, вот я думаю, что Олег абсолютно соответствует этому движению. Он человек моментов в жизни. С ним очень тяжело. Бывают люди, с которыми тяжелые отношения, они меняются, видоизменяются. А с Олегом ты все время в моментах существуешь. Вот ловите моменты, когда вдруг с ним прекрасно, удивительно, невероятно, а потом ты можешь несколько месяцев с ним не видеться. Непредсказуемость – главная черта характера Олега Меньшикова. Даже решение стать актером и поступить в театральное училище имени Щепкина – внезапный импульс, чистейшая импровизация. В начале 10 класса я пришел, и у меня на моем месте на парте лежит листочек с требованиями, напечатанными типографским способом, поступающим в театральные вузы Москвы. Я понимаю, что это кто-то положил. Я понимаю. Кто это положил, я до сих пор не знаю. Ну, я внимательно так это ознакомился с этим. И пора. Утомленный солнцем, сибирский цирюльник, статский советник. Личная тема Олега Меньшикова в кино – это всегда драма, конфликт, оппозиция. Он играет героев, оказавшихся в сложных, невыносимых и трагических обстоятельствах. Он один против всех, он жертва рока, судьбы, исторических потрясений. В кино у Олега Меньшикова все складывалось прекрасно. А вот с театром не ладилось. После окончания училища он долго не мог найти свой театр. И вот, казалось бы, удача. В 1985 году известный режиссер Валерий Фокин приглашает его в театр Ермоловой. Я прихожу домой, и мне звонит: «Олег, здрасте, это Валера Фокин, можно мне с вами встретиться?» Конечно же, я пошел с ним встретиться, он говорит: «Я вас приглашаю все в театр». Я даже не знаю, где он меня видел, честно говоря. Нас перешло несколько туда. Балуев, Меньшиков, я. То есть мы пришли к компании. И с желанием, что мы сейчас всех победим. Но забуксовали мы, потому что Фокин, став главным режиссером, очень сильно изменился. И вот эта дружеская, доверительная атмосфера исчезла. Он начал нас строить. Мы были ошарашены, и особенно тяжело было Олегу. Почему-то все решили, что мы поругались с Фокиным, что ничего подобного. Я вам говорю, все мои уходы зависели только от меня. Я ушел на улицу, у меня ничего не было впереди, кроме кровотечения язвенного. Все, я вышел, у меня ни кино не было, ни театра, но я понял, что если я сейчас не уйду, то все. Привет полный, я погибну. И вообще у него было такое настроение. Он говорит, что вот если бы у меня было много денег, я бы вообще и не снимался, и не играл. Я говорила: «Как это, Олег?» Я не понимала это. Он говорит, я говорю: «Ты врешь». Он говорит: «Нет, честное слово». И, ну, прошло буквально свободой недели две, и он мне звонит и говорит: «Таня, что делать? Фоменко ставит «Калигулу», и у него нет актера». И что вы думаете, и через некоторое время мне позвонил Петр Томович Фоменко и предложил играть «Калигулу». Вот и скажите, что я был неправ. Я не помню, все кажется таким сложным, а на самом деле все так просто. Если бы у меня была луна, если бы мне было достаточно одной только любви, если бы невозможное,
осуществилась! Калигула, это же был взрыв. Взрыв был. То есть, это был удивительный спектакль. Я доказал мнимым богам, что их дурацкой работенкой может заниматься и неуч. Была бы охота. Не скачёшь, да? Нет. Нет, Семён, это трезвость. Просто я понял, что для того, чтобы сравняться с богами, достаточно стать как бог. Фоменко научил меня театру, потому что то, как он мыслит, мне это настолько близко, настолько вот то, что я говорил, немножечко все-таки отстраненно, немножечко все-таки, ребята, не надо так серьезно. Но это все-таки театр, и мы все-таки играем, и мы все-таки артисты. Мы играли в Лиле, город Лиль, а потом приехали на один день в Париж. Так как-то самолет был утром, а мы приехали вечером, ночевать как-то в гостинице тогда никаких ни у кого денег не было. Я помню, что мы в однокомнатной квартире какого-то чьего-то знакомого, мы спали все, Петр Наумович Фоменко, мы все вот так вот в повалку просто спали. Вот был такой вот, абсолютно такой, что всем хотелось быть вот вместе. А потом он уехал в Лондон надолго. Это было тяжелое испытание для нас, для меня во всяком случае, потому что его всегда не хватает, не хватало. Все, давай, беги домой, тебя мама ждет. Олег Евгеньевич, я думаю, что в своей возрастной категории один из самых выдающихся актеров. Самое главное его качество – которое меня всегда изумляет и восторгает. Ты не понимаешь, как он это делает? И никого в той жизни не осталось. А вы, оказывается, все есть. И все-то у вас как прежде. Только без меня. А меня что же вычеркнули, да? Ластиком. Стерли. Мы разговариваем, мы разбираем. Я говорю, да попробуй, не надо. Я говорю, давай, ну так он так в полноги, причем, так сказать, все с шуткой-прибауткой и такое ощущение легкомысленного, так сказать. Но когда возникает слово «мотор» на площадке, ты видишь, какой перламутр внутри, в переходах, как в пластике он органичен с тем, что он играет. Это меня всегда восхищало и восхищает до сих пор. Роль в фильме «Утомленные солнцем» стала знаковой для Олега Меньшикова. И эту высоту он тоже взял легко и стремительно. Было ему всего 27 лет. Сложный, непредсказуемый, противоречивый, Меньшикова все время пытается подвести под некий знаменатель, но он не укладывается в общепринятые схемы. Понять внутренние мотивы его поступков трудно даже близким людям. А за что меня любить? Типа я проработал в Англии несколько сезонов, снялся у Михалкова, Оскар, Канны. За что меня любить-то? Я понимаю, если я бы где-нибудь работал в небольшом театрике, честно получал свои деньги, честно ходил бы на работу, ходил бы с ним. Да, можно любить. А это что любить-то? Богатый, удачливый и свободный. Это был огромный удар. И он его переживал, эту обиду, эту несправедливость. Для этого надо много внутренних сил. Но времени восстановиться нет. В Киеве Меньшикова ждет французский режиссер Режи Варнье. Актер приезжает разбитый, усталый. Он не хочет даже репетировать. Я не хотел репетировать не потому, что я не хотел репетировать, потому что я капризничал, а потому что я не люблю повторять одно и то же несколько раз. Мне скучно сразу становится. Он почему-то сразу не полюбил французов, которые его обожали. Я помню, когда он первый раз сыграл на французском языке, вся группа кричала только одно слово – «Манифик». И была под большим впечатлением от силы его игры. В фильме «Восток-Запад» у нас было мало общих сцен,
Но меня поразил тот факт, что Олег, не понимая французского, выучил свою роль фонетически, на слух, как набор звуков. Ведь играл он так, как будто бы бегло говорил на французском языке. Это очень трудно было, и у меня был, естественно, преподаватель, был человек, который учил меня. Я учил до 4, до 5 ночи. Каждый день текст, сцены, и с удовольствием потом вырывал страницу сыгранной сцены и начинал на следующую ночь учить следующую. Он был вне конкуренции, понимаете? Режиссер Варнье мечтал с ним следующий сразу фильм сделать. Он искал встречи с ним, и Олег это вот так все отодвинул. Работать на иностранном языке – это, смотря что ты хочешь. Если ты хочешь славы любым путем, денег любым путем и, так сказать, пробиться в европейский или мировой кинематограф любым путем, и тебе не важно, что с тобой происходит. Да, ради бога. Я, кстати, никого не упрекаю сейчас. Он был завален кинопредложениями просто сверх меры. И он никуда не поехал. И про него уже говорили: ах, это тот русский... О, Белюров Аркадий Варламович есть? Ну как, не быть. А вы чье, его сын? Нет, моя радость, я его отчим. Ага, отчим, ага. Сейчас. Так я тебе и поверила. Ну, у каждого, знаете, свой крест. Аркадий Варламович, к вам пришли. Худенький, очаровательный. Что же забавно было, у него были такие часы с Кремлем. И немножко на каблучках он был, не очень высокого роста, значит. Но улыбчивый, очаровательный такой человек. Прочитал сценарий, на первой же пробе стало ясно, что тут другого нет. Просто вот он меня спас. Спасибо, Олег Евгеньевич. Да даже волнительно не было. Было как-то приятно очень. Приятная компания была. Я понял, что я нравлюсь. А когда ты понимаешь, что ты нравишься, то сил прибавляется втройне. Ну и дальше понеслась душа в рай. Я влюбилась в него сразу, как только увидела его в Покровских воротах. И на всю жизнь теперь. И все, что он не делает, это просто... Ну, может быть, это высокопарно прозвучит, но я считаю его гениальным артистом. Он меня снимался в Ломоносове, когда был, ну, по-моему, студентом 4-го курса. Словом единым не обмолвился. Но и у меня тоже своя мечта есть, ради которой все стерплю. И горе, и обиды, и унижения. Я в рубище ходить буду. Был совершенно очаровательный, легкий, заводной юноша, который беспрестанно куда-то, значит, исчезал, если мы снимали в павильоне, вдруг слышал, что где-то играет, там звучит рояль. Он всюду находил инструмент и что-то начинал играть. Мы снимали его, значит, в Германии, где вот немецкая массовка была совершенно, так сказать, очарована, потому что такого легкого, свободного, прелестного актера, он как бы не совпадал с немецким представлением о том, что актер — это что-то такое, значит. И вдруг совершенно такой доступный, живой, милый, чудный. Ему надо было обязательно гитара или пианино, или еще что-то, и мы всю ночь пели, и соседи жаловались. И мы были совершенно неудержимы в нашем жадном питье жизни. Поскольку Олег вообще фонтан всякой эмоциональной, положительной энергии был всегда. И, конечно, это и фортепиано, это и песни до утра под водочку с селедочкой. Ну, как бы все вот. Он, в общем, конечно, вел всю эту компанию, как бы, да. Разговариваем, разбираем. Я говорю, да попробуем, не надо. Я говорю, давай, ну так он так в полноги, причем, так сказать, все с шуткой-прибауткой, и такое ощущение легкомысленного, так сказать.
Но когда возникает слово «мотор» на площадке, ты видишь, какой перламутр внутри, в переходах, как в пластике он органичен с тем, что он играет. Это меня всегда восхищало и восхищает до сих пор. Роль в фильме «Утомленные солнцем» стала знаковой для Олега Меньшикова. И эту высоту он тоже взял легко и стремительно. Было ему всего 27 лет. Сложный, непредсказуемый, противоречивый. Меньшикова все время пытается подвести под некий знаменатель, но он не укладывается в общепринятые схемы. Понять внутренние мотивы его поступков трудно даже близким людям. В какое-то время вот у него наступает момент, когда на него никто не должен влиять. Когда ему нужна полная внутренняя свобода и одиночество, и иногда он и от родителей закрывался. В какой-то момент он вот перестал быть таким легким, открытым, и у него началась какая-то внутренняя работа. И со мной изменились тоже отношения. Я же сейчас рассказываю о молодом Олеге, о нашей молодости, потому что на сегодняшний день я не имею с ним никаких отношений, даже по телефону. Мы продолжаем все вместе быть, а Олег, он очень отдельный. Чем больше времени проходит, тем он более отдельным становится. Но это его кредо, его индивидуальность. Ему труднее, чем нам. Конечно, не хватает того нашего юношеского, вернее, его, вот такого искрометного, я не знаю, фонтана, который был. Но, наверное, его уже и не будет. Оно осталось в наших сердцах, душах, в душах зрителей. Но мне не хватает, конечно, этого. Мне не хватает, честно скажу. Сейчас мне говорят, что он довольно жестким человеком может быть. Я вот этот жесткий